Если вам стало страшно, отлично, мы достигли эффекта. Что это было? Узнаете 13 февраля на Первом Приднестровском. У нас премьера. Мы охотились за призраками. Или они за нами? Нужно смотреть. Картинка будет мрачная, музыка пугающая, а сюжет основан на реальных событиях, мифах и легендах. Мы объездили всю страну и готовы поделиться с вами тем, что осталось за кадром. Сегодня, собственно, мы попали всюду. Все Приднестровье, везде остановились, везде поснимали. Там наша машина, где-то там дрон красивейший, прелестнейший, который не мог запуститься половину дня. Ну, наконец-то все хорошо. Поехали дальше. Дрон не могли запустить, наверное, виноваты призраки. Хотя снимать фильм в Приднестровье – это наслаждаться природой, даже если сюжетная линия таинственная и мистическая. Это смогли снять наши мобильные телефоны. Но когда в воздух поднялся коптер, мы поняли – такого не видели никогда. Это озеро возле Гаян, тут не, прямо возле спуска, и лед, видимо, достаточно твердый, потому что на льду очень много людей. Вот они, там вдалеке, и тут кто-то рыбачит, кто-то что-то носит, ну, в общем-то, люди не боятся. Наша цель – самый север, там легенды страшнее всего. Рассказывать детали фильма не будем, сделаем лишь короткую подсказку. Гарпуна! На создание фильма бросили лучшие силы. Раз, два, три. Раз, два, раз. Минус звука. Раз, два, три, четыре, пять. Я уже устала идти. А вот, собственно, и вся съемочная группа в действии. Вот это наш гид. Стас. 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 Вот. Кто-то уже закончил. А кто-то еще в процессе работы. Валя Адынке только одна из суперлокаций. Как мы убедились, снимать здесь можно как хоррор, так и передачу для Discovery. Отдаленность от больших населенных пунктов сохранила много инстаграмных мест нетронутыми. Где вы еще видели такой деревянный мост через ручей? А можно идти и снимать или нельзя? А что нет? Ну типа ты турист. Ну да, вы же туристы. А еще мы полюбили мох. Оказывается, благодаря ему можно не только узнать, где север, но и сделать десятки крутых фотографий. Атмосфера здесь уже такая немного стремноватая. Смеркается, солнце садится. А здесь уже и нам стало страшно. Сумерки в местах, где по преданиям жили ведьмы, встречать не хочется. Едем домой. Но это не последние кадры и не одна история. Мы перелопатили все паранормальные слухи о Приднестровье. Флемер был известный стоматолог, но также дом его после его смерти в свое время стал обладать какими-то паранормальными способностями. Не миф и не городская легенда. Это реальные поиски призраков в заброшенном доме. Что попало на наши камеры? Какие страшные тайны хранит подвал старой дачи доктора Флемера? Почему здесь опасно долго находиться? Все узнаете 13 февраля. Самое время для страшных премьер. Будем бояться вместе. Включайтесь. Призраки уже рядом.